Итак, ребятушки, дорогие, процесс пошел. Кашку перловую варю. О, видите, какая красота. Перловая кашка. Сейчас она немножко проварится, потом я ее солью. Без соли, без ничего, просто варю. И попробуем. Белое золото. Какая вкуснятина. В общем, пусть варится. Пусть варится, потом мы посмотрим, что получится. Ой, фу, сколько дыма я натворила. Смотрите, интернет делает ужасные дела. Опять сгорел казанок. Опять мой казанок сгорел. Залила водой, каша поджарилась. Пересыпала ее в другую кастрюлю, варю кашу. Будет очень вкусно, я вас заверяю, что все будет хорошо. Сейчас я соберу то, что не надо. А то, что надо, будем варить дальше. А где ложка? А, вот ложка. Всем капец, это вы меня сглазили. Там как начали писать невкусное. Вкусное. Невкусного мы не держим. Ой, одной рукой. Сейчас я... Опа. Прикручу. Это же надо такое. Мне испортить кашу. Каша будет горелая. Ну ничего. Я эту воду еще буду выливать. Сейчас я пособираю то, что не нужно. Ну это вообще. Ну это вообще... Вы такого не ели. Вы что думаете? Полезная пища. Очень вкусная, как колбаса копченая. Полезная пища со вкусом полезности. А как вы думали? Это вам не копченая колбаса. Так, вот я все выловила. А хорошая каша осталась. В принципе, можно ее и... птичкам как бы выбросить и новую насыпать. Ну, зачем? Вкуснее будет. Что-то я это сразу так не подумала. А сейчас я думаю, что я не отравлюсь. Сейчас она еще 15 минут проварится. Я солью. Угу. Горелые зернышки. Выбросим. Что тогда останется? Я ее не варила 20 лет. Вот сейчас попробую, какая она будет. Вот такая. Вот такая. Там мне надо было не шарудеть этой ложкой, а пересыпать вверх, да и все. А я ж ложкой пошарудила. И начала со дна отставать. В общем, кастрюлям беда. Одни кастрюли пропали с квартиры, другие кастрюли сожгли. Кастрюль нету. Вот так. Дай. Ну, короче, пусть варится. Пусть еще 15 минут, потом я вам покажу, какая что получится. Ну, что-то я сделала. Как мне его отодрать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бедный казан уже горел, 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 горел. Ну, надо отдирать. Сейчас я не знаю, что-то буду делать. Что-то буду делать, а? Что творится? На улице пасмурно. Дождика нету, но пасмурно, холодно. Такая обстановочка у нас. А у меня здесь уже порядок, уже порядок. Казан я очистила, помыла. Будем варить дальше. Кашка закипела. Я ее промыла. Ну все, варю последний уже этап. Вот, сварится и будет красота. Где я ложку дела? Вот. И будет вкуснятина. Правда, у нее масла нету. Ну ничего, без масла, полезное на воде. Можно сольки теперь убросить чуть-чуть. Можно и без соли. Если кто хочет, чтобы было правильное, без соли.
Все, вот варю. Сейчас еще она минут 15 поварится и готова. Будет. Сольки сейчас брошу. И покажу вам, что оно получится. Надымела я этим кашей сгорелой. Включила вентилятор. И холодно, одела кофточку я. Тащу стол. Тащу стол, не знаю, что у меня получится. Ну, попробую. Я не уверена, потому что потом не залезешь до этой, до раковины. Тут тоже так надо. Посмотрим. Ой, ведро, вот я уже не пролазила. Ой-ой-ой. О! Протащила мне. Тут возможно. Так, вытереть столик нужно. Со стола можно прямо в мусорку сметать. Такое. Так, вот так я сделала, да? Тряпку потом выполощу. О. Как-то так я поставлю. А тут мне проход будет, нет? Ну, боком, ну, прохожу. А если подальше? О, так лучше. Проходить так лучше. Отвалилась нога. В столе нога отвалилась. Ой, господи. Так. Засунула. Мусорное ведро прямо вот это под ножками столика, оно же заляпается ножки столика. Так все чистое было, а так будет мусор сыпаться мимо и все. О-хо-хо! Вылазит каша. Каша вылазит. А ну идемте сюда. Что у нас тут получается с этой кашей? Варится, варится. Так, надо тряпкой сполоснуть. О. Сейчас я. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, я уже соль бросила, уже каша скоро будет готова. Во. Разварилась, а видите, раскрылась. Пускай будет. Сейчас. А у нас есть другая работа. Сейчас я выключу эту будильку. Сковородочка. Чтобы не горело. Поставлю на медленный огонек, потому что моя сковородочка любит нежность. На медленный огонек и будет готов у нас обед. Такс. Это.
загревается. И у нас есть такие прекрасные кусочки хвостиков. О, что я думала, три хвостика влезет, а они что, еще и не влезут? Раз, два. И вот так три кусочка. Маловато сковорода. Ну, короче, как-то так. Пусть на медленном огонечке готовится. Без жира. Жира не хватит в ней. А что с крышкой? Крышку надо поискать, да? Сейчас крышку поищем. Все, будет готовиться. Вот так, рыбка. Пусть готовится. Увидим, что будет дальше. Продолжение следует. Ну что, тягала я, тягала, поломала розетку, тащила, упали мои лопаты. А оно неудобно. Ну вот смотрите, места вообще нет. Посередине, получается, здесь залазишь боком. Буду тащить теперь все назад. И также здесь все заставлено. Все заставлено. И как лазить в тумбочку? Здесь очень маленький проход между холодильником и тумбочкой. Вон. Ну как там лазить? Надо ж тумбочку открывать внизу. Где двери? Вот. Тумбочку ж надо открывать, брать там что-то это. Неудобно. Как? Тут не наклонись, ни черта не видно. Буду тащить назад. Только поломала розетку. В общем, вот такое дело. А здесь у нас что? Все получается хорошо. Здесь у нас порядок. Рыбка дала свой сок на медленном огне. Мы что сделаем? Свою драгоценную кашу сюда в рыбку. Чтобы она напиталась жирком. Во! И будет класс. И будет вкусно. Кто говорит, что там невкусно? Все вкусно. Будет все вкусно. Сейчас я рыбочку подниму. О, рыбка. Кашка в жирок. Давай. Ой-ой-ой. Одной рукой ничего не получается. Каша сыпется. Сейчас и сковородка улетит. Так. О, рыбка. А кашка в жирку рыбьем. Вот вам омега-3 или сколько там, омега-6. Вот так. Все сготовилось. Опа. О. Видите, какая будет укуснятина. Полезные блюда, они не должны быть супер вкусными. Ты их не должен съедать больше нормы. Кто скажет, что это невкусно? Это вкусно, ну просто нет, вы имеете в виду вот этих приправ, таких вкусовых, не знаю я, что там. Ну, короче, копченой колбасы. А так все вкусно, каша, рыба. Мне нравится перловка больше, чем гречка. Вот такая вкуснятища. Ой. Намучилась, оттаскала эти столы.
ну вы знаете, получается, вся кухня заставлена боком. В тумбочку не залезешь. Я ж в тумбочке беру все, соль, сахар, стаканы, ложки. Там без конца надо будет лазить неудобно. Это если вверху шкафчики, да, то ты взял, там поставил. Нет, придется тащить мне все назад. Только я еще и сделала вред себе. Упала эта лопата на эту вилку, сломала вилку. В общем, не знаю, еще холодильник работает или нет. Бахнула по холодильнику это все. А мы приготовили очень вкусненький обед. Вот так. Кто там говорит, что невкусно? Очень вкусно все. Вот. Видите? Вкуснятина. Сейчас я, наверное, еще помидорчик возьму. До этого. Сейчас, секундочку. Ой, взяла помидорчик. Пробуем. Помидорчики вкусные, хорошие. Ну, каша. Лечебная каша. Хорошая, мне нравится. С рыбным жирком. Отлично. Мне нравится. Я бросала соль, но я ее промыла потом. Не знаю, мне хорошая. Перловка как перловка. Скользкая, скакает. Я не ела очень давно ее. Она правильная каша, цельнозерновая. Не знаю, все вкусно. Вкусненько. Какая вкусная тиша. Это. Горяченькая, хорошо. Thank you.
Так что кашку 3 раза по 15 минут и она готова. Ну, больше сердится, сейчас я его выпущу. Уйди к маме. Иди сюда. Быстрее. Быстрее. Иди сюда. Не летит сюда, не поймет, в чем дело. Мама уехала. Сковородка не пригорела. Только казан пригорел. Засмотрелась в интернет и все. Уже так не первый раз. Тот бедный казан уже терпит. Очень калорийное блюдо. Наелись, а это еще на 2 раза. У меня шпинат был, а я не помыла. И чаёк. Переставляла 1000 раз сюда, но занимает места много. Очень маленькая кухня, занимает много места. Нектарин турецкий. Так, можливо, там немає цього
щоб вони використовувалися на Харків і на Харківщину. Не знаю. Чайок на горячий. С медом. Чайок надо уже идти присматривать. Простого чая сейчас нету, грузинского нету, что делать? Какой-то выдуманный весь. А вот и наелись. Ставим лайки. Не забываем писать комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Подписываемся на канал и узнаем больше о людях с юго-востока страны.